Большая премьера. По взрослому роману автора Гарри Поттера Джоан Роулинг. Если и есть в Англии уголок, где всегда светит солнце, то это Пекфорд. Уютные улочки, старинная церковь и милые улыбки горожан – все это просто ширма. Внезапная смерть городского советника и борьба за его кресло – отличный повод показать свое истинное лицо. Господи, он умер. Это невероятно. Я не могу поверить. Да. Кристал, вчера умер. Мистер Уолл очень хорош. Что мы будем без него делать? Его место. В маленьком городке грядут большие перемены. Скоро будут выборы кандидата на мое место. Неужели вы думали, что мне нечего сказать на этот счет? Такая мелочь, как смерть, не заставит меня молчать. Я призрак Барри Фейербразера. И я слежу за нами. Случайная вакансия. В праздничные выходные 1, 2 и 3 мая в 20:00. Премьера одновременно со всем миром. Только на Амедиа Премиум и в Амедиатеке.